Всем привет, с вами я, Александр Сучков, это наша третья часть прохождения Hello Neighbor, привет соседушка, часть третья от Нубаса. И сегодня я попытаюсь опять разгадать секреты этого дома. В общем, опять у нас ночь, потому что ничего здесь не работает, да. Так, и что же мы здесь еще не посмотрели, раз я уже снимал и стрим про это, и первую, и вторую часть я снимал вообще про исследование дома. И ни разу я не нашел вот секреты этого золотого яблока, потому что на крышу попасть реально невозможно. Это реально надо смотреть других ютуберов, а я этого не хочу. Я хочу сам понять, как добраться до той штуки. То есть до того места, где находится яблоко. То есть за картиной, если вы помните, находится яблоко. А найти его можно вот здесь. Давайте я вам сейчас покажу, чтобы вы видели. И давайте сейчас разберемся, как туда попасть. Потому что я сколько думал, я не нашел ни разу эту штуку. Вот, смотрите, вот у нас есть картина. Вот, с яблоком. Это и есть ключ. Когда вы, снимете эту картину, там будет просто такая квадратная дырка, в котором вы найдете ключ. Да, поймали. В общем, только так. Я не знаю, как туда попасть, потому что там дверь, и она только со второго этажа. А это значит то, что мне туда попасть никак нельзя. Да. Значит, надо как-то открыть эту дверь. У меня еще был план построить там коробки, что-то там еще построить. Потом думаю, нафига это надо? Давайте тогда попробуем, я не знаю, что сделать. Давайте попробуем собрать все коробки и сложить ее в одну. Мы знаем то, что в игре офигенное количество коробок здесь есть. Точнее, не здесь, а вообще вот здесь где-то. Было где-то здесь. Нет, не было. Вот они, коробки. Давайте наберем коробок. Ладно. Так, а где у нас тут наша штука-то? Что-то я потерялся, ребята. Если честно. О. Он у нас сейчас спит. Тут вообще непонятная какая-то штука. Если пролезть туда вообще невозможно. Сколько вы бы не думали здесь пролезть, это нереально просто. Давайте построим какую-то, может. Блин. Ладно. Я не так все сделал, ладно. Пытаемся это сделать еще раз, потому что надо пытаться, надо сделать что-то. Я попытаюсь все-таки как-то пройти. Hello, neighbor. Привет, соседушка. Блин, коробка. Куда пропала моя коробка? Я не знаю. Пофиг. Так. Ладно. А тут у нас ничего интересного, если что, нет? Окно. Вообще, по идее, это офигеть как сложно, если честно. Давайте я сейчас так вот брошу пока что. Пока что мне это здесь не нужно. Так. Слышите? Такое интересное. Так. Это мало. О, черт. Блин. Вышло мне туда. В общем, я не знаю секреты этой штуки. Я сначала думал, что секрет в этом яблоке, но у соседа тоже этих яблок дофига. Вот поэтому я решил сделать вот так. Поняли то, что там. Тихо. Так. Смотрите, он прошел, не увидел меня. Смотрите-ка, смотрите, смотрите. Он не видит меня. Если я присел, то он меня не видит. Как
вот все-таки дистанцию соблюдать. А так, почему я не могу запрыгнуть-то? Я не могу запрыгнуть, вопрос. Надо сломать тогда эту штуку. Давайте возьму газонокосилку и брошу ее туда. Так, теперь можем пролезть. Только вот так. Хотя окно такое огромное, то что через него любой дурак пролезет. Так, опа. Тихо. Иди. Так. А сосед где-то там ходит все-таки. Да, третья альфа — это просто офигенная версия. Я не знаю, как по-другому ее назвать, ребята. Вообще, это такая версия. Это что-то нереальное, серьезно. Это такая сложность должна быть. Смотрите, он сломал окно свое, чтобы залезть ко мне. Да, соседушка тут вообще что-то делает. Такое. Так, картины. Еще раз давайте проверим все картины. Чтобы я вам доказывал то, что там за картиной именно яблокой скрывается потайная какая-то. Может, комната, может, что-то еще. Так, ты меня опять запалил? Блин, прячься. То есть, смотрите, он меня даже найти не может, да? Ребят, Кока-Кола, вот самая крутая вот, это не Кока-Кола, это совсем другая вещь. Ну, кому интересно, ссылка на эту всю хрень будет в описании. Также будет ссылка в описании на скачивание Hello Neighbor Alpha 3 через торрент. Кому будет интересно, пишите в комментарии. Так, выходим. То есть, дело не в картинах. А здесь что? Еще один... здесь еще один фонарик есть. Бинокль, фонарик, смотри, книги. Еще... И два ботинка. Капкан. Что туда можно кинуть? Я могу взять телевизор? Че, серьезно? Да мне пофиг уже на эту дверь. Мне пофиг на эту. Блин, что там? И, кажись, он там. Где он есть-то, блин? Соседушка залагал, смотрите-ка. Вот он, смотрите, кто не видит, вот он. Наш соседушка залагал. Это, наверное, первый такой момент. Нет, он не залагал. Ладно. Но самое интересное то, что я теперь могу посмотреть телевизор. И это, ну, наверное, какое-то что-то крутое. Так, давайте зайдем в свой дом. То есть я теперь к соседу не пойду. Я просто хочу посмотреть телек, который я взял у соседа. Так. Ладно, это выключай свет, да? Угу. Так. Ладно, пофиг. Так. То есть сюда я вообще попасть не могу, чтобы начался новый день. Так, ладно. Блин, закрылась эта дверь. Ладно. Что-то ванна нереально огромная. Серьезно. Ладно. Это реально напоминает какой-то мультик хоррорный. Возможно, он и будет мультиком. Ну, через какое-то время. Раз игра сделалась, то должен быть такой мультик про Hello Neighbor. Ладно. Так. Куда поставить телевизор? Давайте просто для прикола посмотрим, что будет. Так. А эту штуку я не могу взять, нет? Окей. Так, а куда можно вообще поставить телек? Давайте куда-нибудь сюда поставлю, потому что здесь как бы освещено, ну, наверное, часть такая, ну, нормальная. Хотя нет, давайте, я не знаю куда. Пусть здесь будет где-нибудь. Так. Опа, смотрите. Опа, во. Смотрите, мы забрали у соседа телевизор. Это выглядит вообще офигенно. То есть я теперь могу спокойно там сесть на диван, если это, конечно, диван. И посмотреть телевизор, вот. Так, кресло.
Круто. Так, еще соседа была в комнате, так что давайте пульт я пока что оставлю. Давайте около телевизора оставлю пульт. И сейчас реально что-то будет интересно, потому что нет, мне фонарь больше не нужен. Так, давайте побежали туда. Ой, нету, сосед. Соседушка закрыл дверь. Начал расставить ловушки уже, да. Так, если я пойму, то смотрите-ка. Так, смотрите, у него в комнате есть еще один телевизор. Опа. А пульт? Здесь был пульт. Похрену. А, ладно, он зашел в дверь. Ладно, у меня телевизор со мной есть, это круто. Стоп, а где он? О! Пусть будет два телевизора. Интересно, если телевизор на телевизор поставить, что будет? Вообще, можно сломать телевизор, нет? Опа, он упал, смотрите. То есть, телевизор дает свет. Давайте сюда кое-что поставим, ладно? Так. Так, во. Теперь у нас два телевизора есть. И пульт. И один пульт может за два телевизора, в общем. То есть, смотрите, вот такая вот вещь. Мы можем вот так... Нет, отсюда нет. А вот отсюда мы можем спокойно мигать телевизорами. Да. И вообще, мне кажется, то, что вот это, где белый экран, должно быть какой-то, не знаю, как фильм или что. Чтобы показывать что-то. Какой-то фильм, возможно, будет. Я не знаю. Ну, не просто же так как это сделано. В общем, я не знаю, это очень даже прикольно. Смотрите, теперь я могу пользоваться двумя телевизорами, да. Смотрите-ка. Это выглядит довольно-таки круто, ребят. Я не знаю, я до этого бы не додумался, если честно. Я потом только додумался, что можно как-то это сделать. Интересно, стол у соседа можно как-то сделать? А, не, у меня был здесь где-то стол, вот он. Стол. Нафига мне пульт? Ладно. Это коробка? Это стол. Нет, это стол. Это стол. Да. Так. Ладно. Давайте наши телевизоры я пока что сюда поставлю. А, я забыл их выключить. Ладно. О. И второй тоже. Теперь будет, наверное, проще. Так, один на другой ставить надо. Ой-ой-ой, нет, не подай. Опа, все. О! Ха-ха! Вот это реально смешно теперь. Так, что-то маленький у меня дом, конечно. Обидно то, что у соседа такой пятиэтажный дом, а у меня такой маленький. Так, ладно. Так, что у меня здесь есть? Что? Вообще, давайте разберемся сейчас в вещах. Так, у меня есть какие-то сковородки, ботинки. Стул у меня есть, стул, точно. Давайте поставим стул еще. Куда-нибудь сюда. О, идеально. Стул какой-то, смотрите, кривой немного, нет? О, один только включился. О. О, можно по одному включать теперь. Странно, почему? Так. Ладно. Да блин, почему не так поставилось? Нет, криво все равно.
О, так вроде нормально. Вот. Не знаю, это выглядит круто, ребят. Смотрите, вот я взял у соседа. Интересно, что будет, если я на хай переключу. Будет же графика крутая на ультрах, если будет. Не, ультр глючит у меня. Немного подглючился. Вот я сейчас на ультрах переключился. И немного подлагивает, смотрите. Но поменяли стены хотя бы. Все, закончился телевизор. Так. Ладно, давайте на лаву опять переключимся. Так, все, можно оставить телевизор, они мне не нужны пока что. А, не, надо было выключить телевизор. Ну ладно. Все. Типа я ушел. Хотя, ладно, пофиг. Фонарик тоже можно куда-нибудь бросить. Сюда. Блин, ладно, он упал. Сейчас. О, блин, почему он падает со стола-то? Ладно, уберу его в ящик. Да, вот так. То есть я сделал два телевизора, чтобы они стояли там. Да, это прикольно. Так. Ну, в общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И всем пока. Пока-пока.